В Экибастузе при поликлинике номер 2 работает кабинет геронтолога. В нем проводят полную диагностику и лечение пациентов пожилого возраста. С какими диагнозами обращаются к специалистам, расскажут мои коллеги. После некоторого перерыва в Экибастузе вновь открылся кабинет геронтолога. Здесь при поликлинике квалифицированные специалисты занимаются уходом за пожилыми пациентами, их лечением и наблюдением. Нам здесь обращаются пациенты 65 лет и старше. Пациентам данной категории, значит, это люди после инсульта, после инфаркта миокарда, значит, после травм, с диабетом, онкологические заболевания и так далее, с повреждением спинного мозга, после операции. Люди пожилого возраста имеют свои особенности организма, которыми занимается наука геронтология. Главным преимуществом таких кабинетов является комплексная многопрофильная диагностическая оценка здоровья людей преклонного возраста. Геронтологический кабинет для поликлиники очень необходим, потому что нам, пенсионерам, очень удобно не ходить на участки, а ходить к врачу-геронтологу. В поликлинике ранее существовал до 2020 года геронтологический кабинет, но в связи с ковидом у нас закрылось, сейчас возобновились, мы очень рады. Со слов пациентов, необходимый кабинет, где врач полностью знает о своем пациенте. То есть не надо бегать по узким специалистам, по другим специалистам, записываться к терапевтам дополнительно. То есть они всю помощь получают здесь у геронтолога. Если необходимы какие-то дополнительные методы обследования, то геронтолог уже сама все это решает. По словам врачей, в день геронтологический кабинет посещают до 20 пациентов. Стоит отметить, что это пока первый кабинет геронтологии в Павлодарской области. Кристина Каспирович, Досымбек Токай, ЕРТС Акпарат из города Экибастуз.